В Грузии растет реэкспорт автомобилей. В числе активных покупателей и Казахстан. Эксперты связывают повышенный интерес с событиями в Украине и санкциями против России. Чтобы улучшить торговые отношения и развить логистическую индустрию, Грузии и Казахстану стал необходим договор о свободной торговле. Юлия Тужилкина побывала на самом большом региональном авторынке, который находится в городе Рустави. Вот это самый большой автокомплекс на Кавказе. На этом авторынке одновременно находится около 5000 автомобилей. Сюда за машинами приезжают покупатели из разных стран. Только в выходные здесь около 20 тысяч посетителей. По сравнению с прошлым годом, реэкспорт автомобилей из Грузии увеличился на 45,5%. За январь и февраль страна заработала около 73 миллионов долларов. Эти машины отправляются в Казахстан, в город Алматы. Вот этот рынок на Кавказе – самый большой рынок. Сюда поступают машины из Америки и других стран. Из-за событий в Украине доллар был нестабилен, потому люди были в растерянности и не могли покупать машины. А сейчас все нормализовалось, и Казахстан – один из основных покупателей на нашем рынке. Машины в Грузии активно закупает Армения, Украина, Кыргызстан, Туркменистан. Казахстан занимает второе место, уступая только Азербайджану. Индивидуальный предприниматель Марат Есенов уже не первый раз приезжает из Казахстана на грузинский авторынок. Говорит, что покупает здесь в основном машины не старше трехгодичного выпуска, предусмотренные казахстанским законодательством. Мы приехали сюда за автомобилями. Автомобили, конечно, здесь на порядок дешевле. В связи с чем это связано? Наверное, с тем, что в Грузии эти все автомобили привезены из Соединенных Штатов. И, соответственно, у них растаможка дешевле, чем у нас, например, с Казахстаном. Поэтому мы приезжаем сюда. Эксперты надеются, что Грузия и Казахстан заключат договор о беспошлинной торговле. Такие договоры у грузинской стороны есть уже с Китаем и Евросоюзом. Наши страны должны заключить договор о свободной торговле. Это будет хорошо и для Казахстана, потому что это позволит диверсифицировать рынок и без проблем закупать любые продукты, в том числе автомобили из Европы и Америки. И будет хорошо для Грузии, так как поднимется реэкспорт, и вся транспортная индустрия будет более развита экономически. Но существует одна проблема, которую стоит изучить. Россия не должна использовать Казахстан для обхода санкций и таким образом вывозить автомобили на Россию. Рынок. По предварительным прогнозам, реэкспорт автомобилей из Грузии будет только расти. И до конца года ожидается повышение показателей на 100%. Юлия Тужилкина, Шалова Сурамилашвили, Хабар 24, Грузия, Рустави.